Купание запрещено. Над двумя водоемами во Владимире подняли черный флаг. В настоящее время в целях купания запрещено использование озер Семязино и Глубокое. Вода в них не соответствует гигиеническим требованиям, в связи с чем сложилась потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Специалисты убедительно просят жителей и гостей областной столицы соблюдать требования информационных аншлагов и знаков, не купаться и не использовать воду из водоемов. Чтобы исключить возможные заражения на озерах, в ежедневном режиме будет вестись патрулирование. Отмечу, что на водоемах, где официально не разрешено купание, это Содышка, Спасска и Гусинка, также дежурят оперативные группы МКО Управления гражданской защиты Владимира, поисково-спасательный отряд города, патрульная группа от городского МВД. Все задействованные должностные лица осуществляют не только патрулирование и дежурство, но и проводят профилактическую работу с населением, проводят разъяснительные беседы и вручают листовки.